Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я решил приготовить котлеты из куриных грудок и вместо кабачков, поскольку уже цены не такие, как в сентябре, решил положить капусту. В мясорубку все прокрутил куриные грудки, четверть небольшого кочана капусты, две картошки, две луковицы, 4 столовых ложки геркулесовой крупы, одно яйцо, посолил по вкусу. И вот у меня получились вот такие ароматные котлетки, симпатичные и вкусные. Уже попробовал. А остальные котлеты я в контейнер пластмассовый уложил и в морозильник. Вот, очень дешево получается. Смотрите, 400 рублей заплатил за две курицы. Вот, из них получилось 20 котлет. Почти на 2,5 недели мясная продукция. Вот, но помимо там еще из двух кур и крылышки, и голени, и бедрышки. Так что все очень выгодно и вкусно. Вот, так что если вам трудно покупать кабачки, пожалуйста, капусту можете купить, четверть кочана. Добавляйте вместо кабачка, вот, две картошки, одно яйцо, две луковицы, 4 грудки. Вот, все через мясорубку, по вкусу посолить. И вот такие получаются котлетки. Приятного вам аппетита!